Мы находимся на фестивале «Улетай» все еще. И сейчас общаемся с одними из победителей отборочного тура из Нижнего Новгорода, группа «I'm Sorry». Всем привет! Да-да, это мы, группа «I'm Sorry». Это я, Дед, а это, кстати, Саня Бу. Всем привет! Ну, как вообще настроение, как выступление вам самим показалось? Круто, не круто? Все ли понравилось? Настроение вообще отличное. Вот, ехали сюда очень долго, очень было волнительно, очень тревожно, но тем не менее было видно, что люди кайфанули. Вот, а если кайфанули люди, то кайфанули и мы, правильно? Совершенно верно, соглашусь. Хочу сказать отдельное спасибо ребятам, которые заведовали звуком. Все было шикарно, все было слышно прекрасно. I'm Sorry — это одна из групп, в которых бас должно быть слышно. Это очень волновало меня. В целом, мы остались всем довольны. Публика очень живая, приятная публика. И, наверное, одна из лучших вообще публик, которые у нас были за все концерты. И такой теплый прием на таком огромном фестивале, это был на самом деле приятный шок для нас. Да, факт. Это наш первый такой большой федеральный фестиваль. Вот, и так вот сходу очень приятно, круто приняли. Вот, очень приятно, очень мы рады. Вот, немножко под вечер, правда, уже устали. Вот, но тем не менее, будем крайне надеяться, что сможем пройти завтра на северную сцену поиграть. Вот, ну, что будет, то будет. Будем очень рады когда-нибудь приехать еще сюда поиграть. В Удмуртии классно. То есть, насколько я помню из нашего предыдущего интервью, группа существует не так давно, да? Абсолютно верно. Группе практически полтора годика. И много вообще концертов было за все это время? Ну, так не сосчитать, но как будто бы много. Все познается в сравнении. Моя прошлая группа, в которой я принимал участие, существовала с 2002 года, я в ней играл с 2016 по 2020, и вот за 4 года я с ними отыграл 5-6 концертов. За полтора года с I'm Sorry мы отыграли, ну, наверное, больше 30 концертов уже. Вот, и это круто. Любим играть концерты, зовите. Ну да, это действительно уже внушительная цифра. И вот как общались тоже с многими музыкантами, они собираются кооперироваться и делать совместные концерты, в смысле из конкурсантов. У вас есть уже на примете какие-то команды, с кем хотели бы совместные концерты замутить? Без слов. Розен Кромартри, по-моему, правильно назвал, да? Да, Розен Кромартри. Короче, классные ребята из Дзержинска, в общем, закинтили, закорешились, скоро будут что-то классное делать, вместе будем, да. Ну, здесь вы, получается, на несколько дней, я понимаю, приехали? Да, мы приехали, получается, сегодня у нас пятница, вроде еще как. Это второй фестивальный день. Приехали мы на второй фестивальный день, и вот весь день сегодня, весь день завтра, и вот в воскресенье будем уезжать. Решили остаться на максимальное количество дней, чтобы, в принципе, даже не в плане концертов, а в плане посещения таких мероприятий, как такие большие фестивали, это первый опыт, и вот хотелось прочувствовать полностью, что это такое, и очень нам это нравится. На самом деле опыт огромный. Скажу, что мы даже растерялись изначально, потому что немножко было какое-то вот непонимание, а что нам делать? Вот мы выступили, вот мы как бы отыграли, и а куда двигаться, что как? И вот сейчас уже складывается вот некая последовательность действий, которую мы понимаем там и будем принимать уже на свой опыт в будущем. Вот. И в том числе посещение любимых музыкантов. Сегодня вообще хочу сказать, что на «Улетай» 2023 года один из самых мощнейших составов хедлайнеров, которые только могли пригласить. Вообще из всех фестивалей, которые уже проводятся этим летом. Вот. И мы с огромной вообще, с огромным удовольствием, огромной честью посетим эти концерты. Впереди еще целых 2 дня. Это будет отличное времяпровождение. Факт. Хочется, конечно, чтобы в следующем году среди хедлайнеров появилась, допустим, не знаю, I'm Sorry. Вот. Так-то мы вообще скромные люди, да? Да, мы очень скромные люди. Ну да, I'm Sorry определенно стоит здесь сыграть хедлайнерами там где-нибудь в субботу, часиков в 12 ночи. А что говорить? А? Пи-пи-пу-пу-чек. Давай это, песню какую-нибудь.
только не так. Глупая девочка, с тобой чуть не помер, не пиши мне в директ. Удали мой номер, помятая постель, а тебе напомнит вновь, я набью татуировку. Подписывайтесь на группу I'm Sorry в социальных сетях. Будем рады видеть на вас всех на наших концертах. Вот. Веган и Сори, это было мясо. И с вами был Тёма Дед и Саня Бул. Подписывайтесь на Радио Шок. Самые крутые новости рок-музыки только здесь, ребят. Вот тут вот ссылочка. А? И, ну, конечно же, на курлыкающего металлиста. Куда ж без него? Куда ж без него, правильно? Факты! 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 Чуваки, всем привет! Мы группа I'm Sorry из города Владимира. И сегодня мы приехали сюда играть для вас. Очень жаркое мусло. Хочется видеть здесь больше народу. Поэтому, ребят, все, кто проходит мимо, заходите к нам. У нас весело, у нас жарко. Будем отрываться, веселиться и танцевать. Ребята, давайте! Yeah, yeah, yeah.